Оборудование для цифровой дерматоскопии поступило в обособленное подразделение имени Гольца города Фрязино Щелковской городской больницы. Теперь, приходя в центр амбулаторной онкологической помощи, пациенты сразу могут узнать о наличии доброкачественного или злокачественного образования кожи. Оборудование позволяет изучить родинки и другие образования на коже при помощи специального прибора, создающего многократное увеличение, и составить полную карту патологических изменений на теле пациента. Это аппарат уникальный. У нее программа Analyzer Pro фиксирует каждое образование и дает процент где-то 70-80% или доброкачественный, и злокачественный, или переход на злокачественный. Он фиксируется разными цветами, красный, серый и желтый цветами. Желтый – это считается доброкачественный, серый – это на середину, а красный считается злокачественный. Благодаря специальной фотосистеме результат каждого обследования сохраняется в базе данных, и при повторном исследовании аппарат дает информацию о новых образованиях, если они появились. Ну вот эти типы родинки или пятнышки, вот и хотела бы узнать, что это, доброкачественная опухоль или недоброкачественная. Хорошо, что получили такой аппарат, и я могу теперь знать, что это и как буду наблюдаться. Никуда не ездить, ни в Балашиху, ни в Москву, никуда, у нас свой есть аппарат. Любое новообразование может быть потенциально опасным, поэтому важно вовремя их обнаружить и диагностировать. За 2 недели работы видеодерматоскопа исследования уже прошли более 20 пациентов. У некоторых из них были выявлены злокачественные образования. Эти пациенты направлены на их удаление. Евгения Корытько, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.